Это видео я записываю для тех, кто хочет участвовать в конкурсе и не совсем понял, возможно, правила. Смотрите, вот страница, на которой нужно опубликовать результаты. Для того, чтобы ваши результаты попали на эту страницу, после того, как вы встроили ссылку на социальные сети, нужно здесь опубликовать свои результаты. Как это сделать? Давайте с самого начала. Смотрите, вот он сам конкурс. Вы досмотрели видео до конца. Понравилось. Лайкнули, понравилось. Добавить в избранное. Добавили в избранное. Дальше. Поделиться с друзьями. Вот она ссылочка, с которой вы делитесь. То есть вы ее копируете, переходите на вашу социальную сеть. И вот здесь вот в комментариях поделиться с друзьями вставляете ваше видео. Вот оно, ваше видео здесь появилось. Вы написали для друзей свое сообщение, поделились. Ваши друзья увидели, то есть так это выглядит в ленте новостей. Дальше, очень важно, скопировали вот эту ссылку, вы ее скопировали. Смотрите, переходим под видео, опять возвращаемся, переходим под видео, открываем. Видите, уже здесь два участника есть. Вот сюда пишем свое имя, email по желанию, и вот в это окошечко вставляем вашу ссылку на Одноклассники и отправляем. То есть вот так вот, вот таким образом это происходит. Видео. Копируем ссылку. Пошли в Одноклассники, ВКонтакте. Пошли ВКонтакте. Вставили. Подождали, пока загрузится. Вот она появилась. Отправили. Убедились, что видео появилось на вашей стене. Дальше копируем обязательно адрес. Копируем, переходим, написали свое имя и фамилию, вставили сюда ссылку, посмотрите, ссылка ВКонтакте, и отправили. Таким образом, вы появитесь вот здесь, как Александра. То есть Александра вставила свою ссылку, и я вижу, что ее ссылка встроена действительно, и она будет участвовать в розыгрыше случайных чисел. Это понятно. Теперь, если, допустим, вы хотите вставить вашу ссылку в Facebook, поделиться, копировать, зашли в Facebook, зашли на вашу страницу и вот сюда, вот в это место вставили вот эту ссылку. Вставить, подождали, пока загрузится, опубликовали. Вот таким образом, опять же, оно у вас появилось. Дальше, обязательно зашли, скопировали. Развернули описание, зашли на страницу отчетов, вот здесь вписали свое имя, email, вставили, и вот она ваша ссылка на Фейсбуке, отправили. Таким образом вы участвуете в конкурсе, и по системе случайных цифр будет видно, кто из участвующих выиграет данные призы. С вами была Оксана Майкова, я желаю вам удачи, надеюсь, все было понятно. Всего доброго!